Эксперты Goldman Sachs предсказывают падение цен на нефть ниже $20 за баррель. По мнению аналитиков компании, на нефтяной рынок давит дисбаланс спроса и предложения, а также переполненность нефтяных хранилищ. На текущий момент цена в $20 за баррель кажется невероятной, однако и текущие цены когда-то нам казались невозможными. Необходимо учитывать, что в стоимости нефти есть еще и спекулятивная финансовая составляющая. А нужно понимать, что Goldman Sachs может действовать в своих интересах и давать аффилированные прогнозы. Мы не исключаем, что компания одержит короткие позиции по нефти. Собственно говоря, что касается российской экономики, то мы предполагаем, что падение цен на нефть вызовет дальнейшее ослабление рубля, соответственно, разгонит инфляцию. Тем не менее, при себестоимости добычи нефти в России в $5-10 за баррель, можно сказать, что Россия переживет и данное падение. Более того, можно сказать, что столь низкие цены продержатся недолго. Однако мы не предполагаем, что цены на нефть в ближайшее время опустится ниже $20, хотя не исключаем, что нефтяные котировки могут обновить свои минимумы.